Подмосковная молодая гвардия «Единой России» запустила премию «Герои нашего времени», цель которой – выявление и поощрение добровольцев региона. В рамках проекта участникам показали фильм «Не время для героизма». Молодежь сейчас стремится поднять свой патриотизм. Они просят такие фильмы и начинают понимать, что происходит сейчас в нашей стране. В мероприятии приняли участие старшеклассники, студенты, работающая молодежь и члены общественных организаций. Все они уже хоть раз пробовали себя в роли волонтера. Михаил занимается волонтерской деятельностью 4 года, 3 из них в составе молодой гвардии. Вчера выпускник Одинцовской школы номер 1, сегодня заместитель руководителя общественной организации. Добровольческая деятельность стала частью его жизни. Свои опыт и знания он передает нынешним старшеклассникам. Я учу молодежь скорее помогать людям не для того, чтобы это было им интересно, потому что если бы не они, то кто другой тогда? Если не они, то никто не поможет нашему миру вообще. Цель организаторов – подчеркнуть положительный имидж волонтера. Хотя, казалось бы, куда больше. Участники добровольческого движения давно стали неотъемлемой частью жизни современного общества. Их деятельность несет добро и заботу. Ну, поучительно будет, и чтобы они дальше рассказали другим и, может быть, своим примером тоже показывали, какие добрые дела надо делать. И все ребята, которые сегодня пришли, они тоже бескорыстно помогают вообще людям. Они являются, наверное, героями нашего времени. Героями не рождаются, ими становятся. Игорь Чмуров, герой Советского Союза и участник войны в Афганистане, как никто знает о важности добрых дел. В этот штат, который сейчас приходит, военные пираты, очень плохое отношение людей к этому, к пираты. И надеемся, что вот наша молодежь будет продолжать наши традиции, традиции наших ветеранов Отечественной войны. Елена Краева, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».